Американские выпускники смогут получить удостоверение о высшем образовании в цифровом формате. Центральный колледж Нью-Мексико объявил о создании платформы, основанной на технологии блокчейн, для хранения информации о полученных дипломах. Благодаря использованию инновационных технологий, студенты получат больше удобства в использовании документа об окончании вуза, а работодатели – возможность для проверки его подлинности. Блокчейн-дипломы будут выдаваться любому выпускнику колледжа, который этого пожелает, уже начиная с 15 декабря 2017 года. Президент Центрального колледжа Нью-Мексико Кэтрин Виноград сказала: «Данная технология дает нашим студентам больше независимости, расширяет их возможности для использования полученных во время обучения знаний и опыта. Планируется, что в будущем этой платформой станут пользоваться и в других учебных заведениях страны».